Здравствуйте, уважаемые партнеры по бизнесу. Сегодня мы с вами рассмотрим, как установить специальное расширение на браузер в проекте SurfBanner для просмотра рекламных баннеров. Так, после регистрации вы заходите в свой бэк-офис SurfBanner, и с левой стороны внизу вы можете найти три вида расширений. Первое расширение — это для Google Chrome браузера, второе — для Opera, третье — для Firefox. В зависимости, значит, какой браузер вы используете часто, да, потому что реклама показывается именно в тот момент, когда вы переходите по разным сайтам. Поэтому тот браузер, которым вы часто пользуетесь, я рекомендую ставить на него расширение. И давайте сейчас я записываю видео, находясь на браузере Google Chrome. Я нажимаю «Загрузить расширение на Google Chrome». Так, сейчас у нас должно запуститься дополнительная страница, открыться. Так, у нас загружается вот такая вот страничка, и вверху вы можете видеть синюю кнопку «Бесплатно». Нажимаете на нее. Идет проверка. Значит, подтверждение нового расширения. Нажать «Добавить». Так, идет дальше проверка. Значит, внизу мы видим, что идет установка. Опять проверка. И вот у нас, смотрите, расширение SurfBanner установлено. Активируйте расширение, нажав на этот значок. Сейчас закрываем, видим, что у нас появилась в правом верхнем углу такой красненькая кнопочка. Значит, эту страницу мы можем уже закрыть. И, значит, когда, вот смотрите, вот у нас данное приложение. Мы можем нажать на него. Здесь есть такая кнопка «Включено-выключено». Значит, если красная, значит, у вас включена и будет показываться с сайта рекламный баннер. Можете выключить, можете опять включить. Так же самое есть кнопка «Личный кабинет». Нажимаете — открывается личный кабинет, то есть выпускается сайт, ваша страница с вашим бэк-офисом. Так же самое здесь вы можете смотреть баланс, рейтинг ваш, квалификацию, рефералов, количество и заработанные деньги. Вот так вот устанавливается данное приложение. Спасибо за внимание. До скорой встречи.